Are you ready, kid? Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет, меня зовут Зелла, и добро пожаловать на новый видеоролик, который максимально интересный, в скобочках, да, и со мной сегодня... Видеоэпизод, где будет присутствовать лагерь. Здрасте. Откуда у тебя эндерперл? Мы только что начали. Убери. Не пались. Убери. Я очень рад. Так оно в корне лежало. В каком корне? А. Вот здесь в корне. А что там лежало? Зелье, которое... Ай, я упал. Как тебе? А что за земель? Ах ты ж скотина. А, да, это я, кто не понял. Привет всем. В общем, господа, что же сегодня у нас им будет происходить в нашем ролике? У меня есть такая замечательнейшая масочка зеленая, в которой я провожу свои веселые интересные ночи. Сегодня мы эту маску будем использовать не совсем по назначению. А если быть точными, у нас есть куча заданий, очень интересная карта. Прости, братик, что мы эту карту сегодня очень сильно исковеркаем. Дело в том, что почти на половине заданий я буду эту масочку одевать. У лагеря будет демонстрация моего Майнкрафта, и он будет говорить мне, куда бежать, что делать, зачем это делать, куда стрелять, кого бить. Короче, весело должно быть. Солнце садится, я предлагаю начать. Ты готов? Ты где? Ты куда? Да, я готов, деть. Я капитан, я тебя не слышу. День, мне надо сделать, пожалуйста. Это я самая, да. Поехали. Давай я предлагаю начать с приветствия. Как бы карта. Мне твоя медлительность немножечко заебала, поэтому я нажимаю на кнопочку приветствия. Рад приветствовать вас на своей карте под названием «Боль, страдания и веселье». На ней вам предстоит проходить испытания разных уровней сложности. Лучше по порядку. Map by Anki Vid. Карты, которые до этого происходили на этом канале, они от этого чувака. Ты заколебал в креативе своему. Убери! Я в креативе. Я сам по себе креативный чувак. У меня мышление прет из задницы. Вот так вот. Давай мы с чего вот начнем. Настройка карты. Закинемся семянами пшеницы. Почему настройка карты, она не работает? Я не знаю, почему. Она работает, я проверил. Как ты проверил? Я проверил, что она поставила сложность мирную и поставила день. Прям как в командных блоках, что написано позади. Все. Ага, прекрасно. Давай получим наши с тобой вещи. Лагерь-зел. Ни хрена себе. Все красиво, все прекрасно. На самом деле, мне кажется, что почти все эти вещи предназначены для дальнейшего ПВП, а ПВП у нас не будет, потому что я буду проходить все завязанными глазами. What the fuck? Вон. А ты что, не хочешь подраться с завязанными глазами? Я не понял. Ты скин, что, прикольно. Быдло? Быдло, у тебя такого нет. Скин, ты должен быть Дональд Даком. А у тебя такого нет. У тебя вот свой нарисованный. У меня вот оригинальный. А у свой нарисованный. Вот это, взял, нарисовал, вот чему. Стой, вот это. Отвернись и назови любое число от 1 до 10, давай. 22. Давай двоечку. А тут двоечки нету. А, нет, подожди, раз. А есть двоечка или нету? Паркур. Число 22, да? Нет? Нет. А что? Ну ладно. Не, поясни. Это просто вписывается от 1 до 10. Веселый ты человек. Я тебя сейчас ударю. Давай мы смотрим. Да хорош! Смотри, что мы сейчас еще раз ударю. Ты не смотрел видос Нойза? Предупреждаю, уебу. Предупреждаю, уебал. Давай мы с тобой попробуем начать с... Слушай, наркомания с завязанными глазами, мне кажется, это вообще не интересно. Поэтому давай... Почему? А в чем прикол? А, у меня подлагало, охренеть. Давай в снежки. Снежки! Здесь вы не выбросили Зел. Снежки. А, это... Ага, конечно, надо по порядку, надо по порядку. Ни хрена о, себе. Надо по порядку. Давай пошли качка, в лобби, понимаешь? В лобби пошли, дорогой. Телепортируемся нахрен отсюда. Тут дырочка какая-то, а то, чтобы дырочка. Телепортироваться, надо, чтобы он зашел надо, туда, давай, понимаешь? Тогда я его столкну руками, потому что мы немножечко с тобой на мусор. Или пизду. Нет, я понял, я спасибо. Я классный, давай попробуем. Давай попробуем. Секс. Спасти рядового мистика, я не думаю, что это будет столь интересно с завязанными глазами. Давай мы попробуем залететь сейчас с тобой на сплив, который, по идее, просто сплив с очень интересным эффектом невидимости. Сплив, май. Короче, я включаю тебе демонстрацию, демонстрейшн экрана, прямой эфир. Ты видишь мой Майнкрафт? Я подожди, твой, видишь? Подожди, я сам себя должен победить или что? Я не понимаю, что ну, смысл. Смотри, ты видишь мой Майнкрафт? Да, я вижу. Я сейчас отодвигаюсь. Щит, надеваю. Масочку. Я теперь ничего не вижу. В каком слоте у меня лопата? Вот я ее взял? А, нет. В каком слоте у меня лопата? Вот теперь взял. Теперь я начинаю тебя... я не знаю, что... Короче, я буду сейчас что-то делать. Я что-то ржешь. Я буду сейчас что-то делать. Я буду пытаться... Я буду пытаться... О, я подсмотрел. Я буду ломать сейчас блоки и буду пытаться тебя скидывать. Готов? Ну, давай попробуй. И ну, что? Слушай, у тебя неплохо получается. Очень неплохо получается. Очень неверно идешь. Прям, ну.
На самом деле очень неплохо. И что, да? Кого-то я бью кого-то! Я тебя бью? Где ты? Не-не-не, все, 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 что? Хорошо. Что я делаю? Что неплохо. Я делаю сейчас? Очень опасно. Ты копаешь. Что ты еще делаешь? У тебя лопата в руках и снег. Почему я слышу, что ты за мной падаешь специально или что? Я слышу просто, не-не-не. Ты падаешь, я не могу понять, не-не-не, где это идешь, происходит. Саня, неплохо идешь, очень хорошо, очень хорошо. Так, давай я чуть-чуть подсмотрю. А ты где? А я здесь, не переживай. Я рядом с тобой, Саня. Я в твоем сердце. Ты наверху, типа? Ой, ты упал. Так, все, я обратно закрываю глаза. Говори, куда мне наводиться? Вот я правильно сейчас, да? Ну да, ты неплохо. Ты махал лопатой вообще. Давай, давай. Мы продолжаем. Продолжаем разбивать блоки. Убивать Андрюшу, давай. Саня, стой. Что, шерсть ломаешь. Ой, все, все. Ломаешь шерсть. Как светло и ярко в студии, господи. Уговорись. Все, я выиграю. Ты победил, ты упал, да. Да, молодец я, да. Где этот выхухоль? Это грустно. Выхухоль. Где это выхухоль? Давай попробуем на неправильный дроппер сейчас с тобой. Кто первый доберется до вершины, тот победил. А, ты чё? То есть надо лететь. Охренеть. Мне кажется, вот это проходить завязкой будет очень интересно. Я опускаю обратно масочку. Ты видишь мою демку? Давай, я хочу это пройти с завязанными глазами. Готов? Все, я направляю. Давай, поехали. Так, стоп, подожди. Для начала осмотрись, потому что ты смотришь тупо вверх. Чуть-чуть. Осмотрелся. Не туда. Осмотрись в другую сторону. В другую сторону смотри. Это вниз, повыше. Это вверх. Так нам же вверх лететь надо. Так ты из крайности в крайность. Мне же надо видеть, куда тебе лететь. Сначала сам посмотри, чтобы куда тебе полететь, потому что я так не увижу. О, я сейчас в одну дырочку со зрением залечу. Подожди. Это не та дырочка, не туда суешь. Почему? Потому что надо сувать в дырочку, где нет этого. Я никто никогда не говорил, что ты не в ту дырочку суешь. Давай, левее, показывай. Я затянул глаза. Давай, налево. Куда дальше? Лево, чуть-чуть опусти. Подожди. Ни черта не видно! Дальше куда? Мать! Дальше куда? Ниже. Ниже опусти. Да ниже. Стой, подожди, снова дырка не та. Не та дырка. А я в дырке уже? Туда сувай. Ты почти в дырке, но не в той, Саня. Да я вылез. Ты крутишься. Я вообще не понимаю, ты крутишься. О. Стой. О, я себя вижу. О, все, это я. Куда дальше? Говори. Лети хотя бы не в правильную дырку, лети прямо. Прямо? Нет, не в то прямо, не в то да прямо. Да куда ты заколебал меня уже, черт подери. Куда? Прямо, да вот прямо, ну вот сюда, куда, блядь. Нет, стой, вот все, вот теперь прямо. Вот. Прямо. Да. Прямо, да. Ну и что? Чуть-чуть правее. Чуть-чуть правее. Левее. Еще чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее. Да, да. Я попал? Это дырка, да. Так это же не та дырка. В своем случае это вообще повезло. Говори, куда дальше, быстрее. Вверх лети, правее, сильно правее. Я слышу какую-то музыку, какие-то звуки. Правее, давай. Сильно правее. Теперь опусти чуть-чуть мышку, чуть-чуть. Опустил, куда дальше, что делать? Вперед, лети вперед. Лечу вперед. I'm flying. Вот, хорошо летишь, хорошо. Стоп. Не двигай, не трогай, ничего. Чуть-чуть назад. Назад, дал назад. Дал заднюю, назад. Куда, левее, дал левее. Что, дай, да блядь, не так много, один раз скажи. Еще, что, не в тот назад, назад, еще. Подожди, назад, вперед, вперед. Да заебал, Андрей, ну говори, назад или вперед, или налево. Стой, я налево не хожу. Куда? Стой! Все, встаю. Вверх, посмотри вверх. Чуть-чуть правее. Правее. Вперед. Еще. Давай. Проскочил, дырка была. Назад. О, я вижу. О, я. О, да. О, в дырку. Дальше, дальше. Немножко чешется. Ой, молодец. Лети, просто лети. Просто лечу. В какую дырку? Да, чуть-чуть левее. Вниз, чуть-чуть вниз. Назад. Чуть-чуть. Не в тот назад, это вперед было. Вот так, ой, хорошо. Попал? Ой, попал? Да, вообще умничка. Я пролезаю сейчас? Да. Я ломаю паутину? Хорошо идешь. Да. Левее, лети, лево, стой, лево, да, стоп. Достаю я! Куда вниз? Это вперед! Да куда, блядь, вниз? Нет, вперед, а это вниз. Ну, типа назад. Стой, подожди, надо смотреть. О, правее. Иди правее. Давай, правее. Ой, сейчас вставишь, дорогой. Хорошо-то как, правее. Все. Еще правее. Да еще, давай, да хорош, ну. Заходит. Давай, зашел. Вперед, чуть-чуть, буквально чуть-чуть вперед, чуть-чуть. Зашел? Правее, попал? Да. Попал или нет? Правее, иди. Правее, давай, куда, ну? Правее, право. Ну? Стоп, не двигаюсь, перебор. Не трогаю, стоп, давай. Стоп, перебор. Налево? Да, налево. Ну, мне надо, чтобы ты осмотрелся. Чуть-чуть. Стоп, опусти чуть-чуть мышку, потому что ты в потолок смотришь. Ничего не видно. Вот, лети прямо лети. Стоп. Налево. Давай. Тут огромное дырище. Ты на нее попадешь в любом случае. Все, попал. Все, просто. Попал? Теперь. Сколько еще уровней осталось? Да. Все, это кончаешь. Кончаешь, все, я открываюсь.
Капец, надо было еще, чтобы я кнопку, господи, я, знаешь, снимаю маску и софтбокс, и все такое ярко, это ужас, это просто какая-то жесть. Хорошо, давай дальше. Слушай, я думаю, что если был бы ты, я и девочка, то мы бы в нее вошли, я бы с тобой командовал, мы бы справились рано или поздно. Это было бы забавно, я бы такую порнуху посмотрел. Не шути со мной, когда у меня вода во рту. Друг направляет друга в девочку. А что ты в креативе? Я не в креативе. А что, я снежком тебя не могу бить? Потому что снежки не налазят в рону. Да? Ну, я, они ж... Да. Ты же можешь как-то сбивать там? Да хорош, не надо меня убивать, я хер пойми, где возражусь. Андрей, у меня пол хп. На херу возражусь. Хорошо, давай попробуем пройти сплив. Мы с тобой уже прошли, снежки мы прошли. Неправильный дроппер. Это было только что. Какое бы испытание еще нам с тобой попытаться пройти? Я предлагаю... Давай наркоманию, но с открытыми глазами. О, еще и на закате. Смотри, как красопета. А тебя не телепортировало. Телепортируйся. F1, не забывай. Да, F1 я нажимаю, даже зазумлю. И полетели. Полетели, поскакали. Ну, типа, это просто. Ой, вот тут, это мне было, кажется, даже глаза не надо завязывать. Не то, чтобы это даже испытание было. Ну, вот просто было интересно полетать, посмотреть, что из этого получится. И я предлагаю... Я в полу. Я тоже. Пробел нажми, ты вылезешь. А, пробел, да. Молодец. Слушай, работает. Молодец, умничка. Паркур с закрытыми глазами. Че, рискаем? Не будем, мне кажется, рискать не надо. Да и... Не надо. Где? Слушай, если залететь вот сюда, в лабиринт, с закрытыми глазами, мало того, что это лабиринт, так еще и с завязанными глазами. Это не, мне очень кажется, плохо. Мне кажется, это очень плохо кончится, поэтому давай мы попробуем его хотя бы с открытыми глазами пройти. Где-то здесь чисто теоретически должен быть выход. Ты где-то там за горизонтом. Зайка, ты... мне что-то подсказывает, что... Если здесь будет скример, я обоссусь. Это зря сказал. Сильно и много. Тебе ничего не подсказывает, что даже с открытыми глазами мы это заебали проходить? Тут просто стрёмно, если честно. Ну, типа, реально такая атмосфера, ну, очень жутенькая так себе атмосфера. А ты прыгаешь? Ну, когда ты прыгаешь, ты же быстрее, да? Ну, да, я в трусах. Ну, не конкретно сейчас, вообще по жизни. Сейчас я без них. Я не вижу ни хрена. Ни хрена не вижу. По-моему, это и есть суть испытания. Я, конечно, не эксперт, но... Ой, я что-то нашел. По-моему... А, нет, я ничего не нашел, тебе показалось, мне показалось. А, дёрни за рычаг. Ты нашел что-то? Нет. Так, а что ты говоришь, дёрни? Какой рычаг? Ну, этот, ищите. Подсказка. Ага, ну, дернуть, а где спавн? Дернуть это в смысле передернуть. Иди в центр карты. О, я на спавн. Здорово. Ну как, быстро нашли? Да, конечно. Ты ты понял вообще, в чем был прикол? Ну да, в чем? Была просто. Вот мы с тобой дебилы, да? Нет, вообще не дебилы. Вообще это было логично искать где-то и так. Да я все урою. Слышь ты, коммерсант. Все, пока. Я предлагаю сейчас закончить на каком-то очень крутом испытании. Давай тир. Я видел здесь тир, и мне кажется, что тир это вау, просто супер. Так я так. Без брони был. Так, я беру лук во второе. Подожди, снежком можно? Но снежком нельзя. Грустно, печально. Я сейчас закрываю два командных. Ты даже с открытыми попасть не можешь. Закрываю глаза, господин Андрей. И сейчас вы меня, держа лук в своих замечательных майнкрафтовских ручках, направляете, куда мне выстрелить. Полетели. Так, хорошо, сейчас давай. Стоп. Будем стрелять. Отпусти стрелу, отпусти ее, отпусти. Стой, подожди, теперь будем тебя направлять. Давай. Ты выстрелил себе в задницу. А, повернись левее. Левее, повернулся. 2 градуса. Сильно левее. Вот, все, теперь я вижу мишени. Замечательно. Пойдем стрелять по мишеням. А, отпусти, что ты все тянешь, что ты все натянешь. Отпусти. Иди назад, теперь левее. Иди еще левее. Стой, правее, чуть-чуть правее. Ну, назад. Отойди назад и правее. Чуть-чуть ниже. Ниже, еще ниже. А ты заколебал, ну господи, сильнее, ну Андрей. Сильнее ниже. Нет, не настолько сильно. Вот так? Еще столько же, только выше. Выше? А, выше еще, да? Вот так. Выше. Еще выше. Выше, сильнее. На 2 блока выше. Вот так. И теперь правее. Сильно правее. Еще правее. Еще. Все, стреляй. Попа! Ой, ты мне в голову попал. Молодец. Придурок. Я здесь, понимаешь, я думал сейчас, что я попаду в какую-то крутую кнопку, что мы пройдем весь этот... О. Ну мы пошли. Это, в принципе, тоже неплохо. Но мы не так прошли, как я это хотел. Это не то, Андрей, ну так неинтересно. Ну почему ты не мог меня навести на кнопку? Ну ты тоже попал. Тебе в голову. Слушай, твоя голова аж такая маленькая, чтобы в нее... Ну ты в нее целился полсерии, так что, ну в принципе... А, и ты меня еще и убил, прекрасно. А я в прошлый раз просто без брони был, вот поэтому ты и победил. Да как ты меня постоянно... Почему ты не умираешь? Почему ты не умираешь? Я тебе 3 раунда уже убить не могу. Ты что, издеваешься, Андрей? Я 3 раза тебя уже...
Четвертый раз тебя убить пытаюсь. Куда? Да ты... Иди, короче, ты в жопу. Все, заколебал ты меня. Пойзен. Спасибо большое. Давай попробуем паркур. Последнее что-то будет. Закрывать глаза или... Обычно паркур ведет вверх, но этот паркур, ведет немножко вниз. Ведет вниз. А я попробую. Поплохело. Я попробую. Дальше, слушай, я попробую вот так. Ну, че, как успехи? Давай, кто быстрее пройдет на 10 тысяч рублей. Давай. Куда? В смысле? В смысле, Андрей? Я прошел. Где моя десятка? Блять, Андрей, ты что издеваешься? Я кончаю. Где десятка? Слышь, врач. Десятка где? Уйди. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Уйди. Сразу уйди. Спасибо большое. Давай попробуем. Куда еще хотел бы залететь? Куда ты хочу залететь? Красное. Нет, это я не хочу красное. Мне не нравится этот цвет. Не надо. Спасибо большое. Да, давай его. Давай зеленый. Мне нравится зеленый. А мы все прошли же. Давай попробуем лаз спасти рядового мистика. Алерт. Алерт. Мистика похитил злой демастер. Он спрятал его где-то в этой деревне. Вы должны его найти и спасти. Я аж подавился своей слюной. Я нашел демастера. Так и написано. Что-то он какой-то бугай с красными глазами, наркоман. Наверное. Какое необычное здание, Саня, смотри. Как? Какое необычное здание, не рядовое, наверное, там никого нет. Мистика тут точно нет, уходите, не надо заходить. И чё ты заперся, тебе же... Как это читать? И чё ты заперся? Реально нет, ладно. Видимо, придется по домам искать, я понял. Я думал, что он в этом необычном здании, которое якобы никак не похоже на деревенское, прям вообще ни капли. А как он должен выглядеть? Ну, если демастера это железный голем, то там, скорее всего, курица. Какая курица? Курица, не курица. А ты что, курицу куришь? Подожди, мы оббежали с тобой уже почти все дома. Нашли колокольчик даже, а я кого-то нашел, слышишь? Нет, это не курица, это овца. Это просто жители. А он это должен овца. Быть за маской, может он летучая мышь вообще? Он обязательно... Нет, мистик это овца. Ты уже нашел его? Да. Серьезно? Ну да. А что с ним дальше делать надо? Где ты его нашел? Там кнопка была. Так и что? Но я не нажимал, я подумал тебе дать шанс найти его. Где он? Не знаю, с зельем замедления тебе будет веселее его искать. Оно не работает. Ты будешь не такой быстрый. Может свинья? Не-не-не, я же говорю, овца. Я понимаю, что овца, но я овечек здесь не вижу. Не, ну я могу тебе показать. Давай, покажи. Давай, давай, показывай, давай. А ты мне потом свою песню. Обязательно, давай, где? Тогда договорились, иди за мной. Иду за тобой, пришел за тобой, что дальше, куда? Пошли за мной. Иду. А ты еще... Идем за мистиком. Давай быстрее, Андрей. Давай быстрее, ну и покажи, где. Ну наслаждайся моментом, ну что ты не наслаждаешься, ну наслаждайся, идем. Идем за мной, идем, дорогой, идем за мной, идем. Кыс. И что? Ни хрена себе ты умный! Это был мыслый! Ни хрена себе ты умный! Давай почитаем послание. Эта кнопка нужна тупо для симметрии. Оценка карты. Как бы ты оценил эту карту в Людвигах? 10 Людвигов из 10. Людвиги. А если один поставить? Один это тебя на кого надо посадить, понял? Себя посади. Себя! Понял, куда ты улетаешь со своими перлами? Нечестно их использовать. Все, я ухожу от тебя. Вот я построил письку. Я уже от тебя ушел. Я на письке ушел. Тут белая писька. Дорогие друзья, я до сих пор маску с лица не снял. Все, маску я с лица снял. Дорогие друзья, огромнейшее вам спасибо за просмотр этого очень веселого, очень интересного видеоролика. Он же был интересный, веселый. Не знаю, был ли он интересный, веселый. Конечно, это же видеоролик. Ты что, просто видео так оказалось? Видеоролик — это прям тема. Не бывает ролика, когда мне не постучатся соседи, пока я не покашлю. Но было интересно. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, поставьте колокольчик. Любите маму, папу. Подарите Андрею яхту, которую он просил еще 3 ролика назад. О, яхта, где моя яхта? Нарисуйте мне, пожалуйста, скин. Мы не прошли с тобой всю карту. Если вы хотите прохождение всей карты, то ничего не пишите, потому что мы все равно не пройдем, потому что две ленивые жопы забьют на это хуй. А вам огромнейшее спасибо за просмотр. Любим, целуем. Скажи что-то интересное. Я полетел. Пока. Я не хочу прощаться, я хочу что-то еще сказать. А я не знаю, что я хочу сказать. Мы поняли то, что пройти Майнкрафт с закрытыми глазами очень тяжело и невозможно, и мы заебались это делать, поэтому просто поставьте лайк, типа кликбейт, типа мы прошли всю карту с завязанными глазами. Пока. Типа привидение, типа дом.